Здравствуйте, а вот и новое видео. Соло-видос, так еще и против кланов. Да-да, я знаю, что вы ждали, поэтому готовьтесь разгружать лукасы. Давайте наберем 12к чизеров. Я жду от вас максимальной поддержки, и тогда next ролик не заставит себя ждать. Ну, оставляйте комментики, приходите ко мне на Twitch, и это в принципе все, что я хотел вам сказать. Приятного просмотра! Старт. Он всегда происходит по-разному. Но как бы странно это ни звучало, и одинаково в то же время. Я крафчу себе лучок и иду искать типчиков. Блин, она выглядит очень знакомо. Вот прям флешбеки ловлю. Речка. Огромная высокая вышка, в которой сидели типы с ЛР-ками. И вон там на горе был домик, который я антирейдил. Давай мне арбалет сразу. Кирка железная. Нормально. А вот тут бур. Ага. Не получилось наколдовать. Судя по тому, сколько тут домов, мне уже хочется тут жить. По пути к моему пункту назначения я заметил один прекрасный магазинчик, где можно было купить двушку всего за 300 серы. А, прикиньте, я последнюю двуху купил. Блин, это не есть хорошо. А так как я был возле аутпоста, я решил нафармить немного камня, чтобы обменять на дерево. Yes, of course. Иди ты в ж... Но иногда может что-то пойти не по плану. Да, как в этот раз. Я не расстроился, побежал, скрафтил себе композитный лук и отправился искать приключения. Oh my god, man! Are you seriously? Итак, я выбил свои первые пушки. В них не было патронов, и мне пришлось их спрятать, так как дома у меня еще не было. Главное не забыть. Что это такое? Я по силуэту вижу то, что тут лучше уже не обитать, потому что тут миллиард турелей стоит. И как вы думаете, где я построюсь? Правильно, неподалеку от этого клана. Мое любимое занятие в этой игре — фармить камень. Прям... Я так люблю этим заниматься, это прям вау. Ты такой хоп, тык-тык-тык по камню, и все. Тебе не нужно потеть кого-то, пытаться убивать. Ты вот так вот фармишь, а какой-нибудь дядя потом забирает это все. И ты снова берешь кирку и фармишь на релаксе тупо. Офигеть! Офигеть! Алло, я как бы фармил и не нанимался. Держу в курсе. Я нашел место моей мечты. Тут я отстрою самый гениальный дом. Я, конечно, не эксперт, но выглядит очень интересно. Показываю один раз, смотрите. Хоп. А что не так? Смотрите и учитесь. Оп. Я обосрался с постройкой дома. Чтоб вы понимали, заремувать фундамент я уже не мог, а шкаф я поставил. И мне пришлось искать новое место для постройки дома. И новое подходящее место, к счастью, мне долго искать не пришлось. Я отстроился чуть-чуть выше. Как только я отстроил свой домик, я отправился знакомиться с моими любимыми соседями. Угу. О. Ай, какой плохой мальчик! Какой негодяй, 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 обворовал нас.
Оу, easy loot, my friend. Easy loot, my friend. С болтовкой пустая турель. Шарите? Они выбегают голыми и каким-то образом успевают меня убить нафиг за доли секунды. Свои попыточки выбить с них лут я не прекращал. Я бегал к ним снова и снова. Угадайте, а кого он собирался выжигать, как думаете? Я даже и не знаю, кого же он собирался выжигать. Они что-то куда-то улетели. В странном направлении. Они тут кого-то очень жестко рейдят. Домой я пробежать, наверное, не смогу. Мне так кажется. У меня вон тип в фулсете. Один там. Сказать, что мой пукан превратился в лаву, ничего не сказать. Нормальный человек уже, наверное, после такого бы ливнул. Но я продолжал играть и готовиться к их мести. Помните тот домик, который рейдили? Я решил туда сбегать. Может быть, они что-нибудь там оставили. Как бы туда так перепрыгнуть, чтобы я не закосался? Больше нечего лутать, да? И голод, такая надежда была. Ну ладно, можно было и здесь пройти, но мы не ищем легких путей. Если бы я здесь залез, это было бы слишком просто. Нам на аутпост надо идти, полюбасу.
Goodbye, bro. No. Goodbye, man. No. Bro. No. I remember you. Я решил ненадолго отстать от моих соседей и отправиться искать других ребят, которые будут фармить и у которых я смогу выбить калаш. На этом сервере у меня изучений не было от слова совсем. Как думаете, если я кого-то убью, я сразу умру или постепенно? Я думал, базука. Что может быть коварнее маленького опасного бомжа? Был калаш? Нет калаш. У тебя что, вообще трава не прорисовывается? Зайдя на следующий день, я услышал то, что клан, который жил по соседству, с которыми я постоянно файтился, начали рейдить. И как бы, с одной стороны, они выполняют мою работу, а с другой стороны, я же не могу их просто так отпустить. Да уж, нормально я зашел, может попробовать как-то постреляться с ними? Но их много. Это турелька в кого-то стреляет? Мне кажется, у меня есть шансы. Если я только сюда с калашом приду. Минус один. Окей, придется мне взять калашик. Как бы я не хотел этого делать, но придется. Я на самом деле даже не представляю, как к ним подойти. Но если подойду, будет классно. Мне бы хотя бы одного убить. Тогда будет изи.
Калашек я слил, но надежду я не потерял. И вернулся туда уже со спасом. Боже. Ого, я вытащил оттуда. Многие из вас сказали бы: «Димас, ты уже выбил с них ракеты, остановись!» Нет, я скидывал лут и прибегал туда снова. Так как такой кланчик, можно нормально напрягать. Жесть какая-то. Ё-моё, что я делаю? Офигеть, у них угля было. Мне нужно как-то отсюда текать.
Вот это я дефал хату. Cheater for best. I am the best, man. I know. Shut the fuck up, man. Don't fucking fuck up. No fucking lie. Слышу. Да я ж только на них и играю. Наверное. Слушай, у тебя хилки есть? Я услышал много взрывов, но успел напоследок. Я пытался что-то сделать. На самом деле я хотел вас зарейдить, но они работу за меня. Но решил отбить. Это, чтоб вы понимали, был один из хозяев дома, который рейдили. Я немного с ним поболтал и отправился откапывать свои смолстэшики и переносить весь лут домой, который выбил. О. Офигеть, я тупо ящик пушек наворовал. Офигеть просто. Нормально я наныкал в смолстэшике. Наконец-то рассвет, и я могу немножко обустроить свой домик. Мне нужно обязательно вот это загрейдить, и вот это загрейдить. Там у меня уже все есть, и... Ну, хотя бы в металл пока что. А, еще мне нужно вот эту разбить. Еще мне нужно разбить вот это. После всех этих файтов я решил немного обустроить свой домик. Я жил неподалеку от этого клана и рассчитывал на то, что они придут меня рейдить. Ну, 16 тысяч дерева, я думаю, вполне хватит. А так как крафтить я ничего не умел, и на случай рейда я бы начинал с нуля, я решил поизучать все самое ценное. Ну и естественно закупил немного метальчика. Идеально. Весь домик я сразу же решил загрейдить в металл, дабы укрепить защиту. С антирейда той базы прошло совсем немного времени, и тот же самый клан, который рейдил этот дом, пошли рейдить еще кого-то. Но как я могу туда не ввязаться? Серьезно?
О боже. Пойду-ка я домой. Лол. Что это сейчас было? Я даже почувствовать не успел то, что они все мертвы. Офигеть просто. Как бы я ни старался отдефать все хаты, у меня не получилось. Они прорейдили все в округе. Где они живут, я даже и не знал. И поэтому следующая цель — это они. Эти самые ребята.